Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить про Арту. Итак, начнем с патча 9.18. В патче 9.18 разработчики добавили столько косяков, сколько я не видел ни в одном из патчей картофельников. Они добавили ЛТ 9 и 10 уровня под предлогом, что это нужно для нового балансировщика, который они до сих пор исправить не могут. Плюс еще они добавили арту с оглушением. Они апнули арте удобность в игре, сплэш, сведение, скорострельность. В принципе, стало стрелять на арте легче, удобнее и приятней. Но урон очень сильно у арты уменьшился, вместо этого арта оглушала. Разработчики обычно очень долго делают какие-то изменения, и должно пройти там пару лет, наверное, чтобы разработчики начали двигаться. Но в тот момент разработчики нарушили сами свое же правило и сделали очень быстрое изменение для арты. Они апнули ей сплэш, точнее урон сплэшем. Таким образом, урон у арты очень сильно увеличился, причем ей не нужно было попадать прямым. Если снаряд ложился рядом с танком, ей тоже было норм, потому что хп по 500 вылетало у крупнокалиберной арты очень часто. Да и прямым вылетало то же самое. Хотя даже сплэшем иногда урон вылетал больше даже, чем прямым. Настолько сильно они увеличили урон по области. Это был крупнейший косяк картошки. Она, просто не дождавшись, пока все устаканится, начала делать изменения на скорую руку, а потом забила на это все. И вот она через пару лет начинает делать что? Опять уменьшать сплэш. Столько лет мы мучались для того, чтобы картошка исправила свой быстрый косяк. И до сих пор тот патч 9.18, самый убогий патч в игре, она до сих пор его не может исправить. До сих пор мы мучаемся с этим балансировщиком, который они пытаются допилить, но не факт, что он будет еще и лучше. На краю круга разлета осколков урон у арты уменьшится с 0.15 до 0.5. Ну, якобы на большом расстоянии у арты будет урон в 3 раза меньше, чем раньше. Плюс еще некоторым артам, особенно крупнокалиберным, картошечка решила на 5% еще отдельно сплэш зарезать. Поэтому всяких там немецко-американско-британских арт с крупным калибром сплэш еще уменьшится. Это не может не радовать, это уменьшит количество урона у арты, но насколько это все уменьшится, я не знаю. И разработчики еще даже не протестировали это все, они только собираются это тестировать. Поэтому все эти циферки — это все фигня, это просто очередной пиар-раскрут ход от картошки, поэтому это все еще ни о чем. Все эти циферки, которые они там формулы понаписали в своем видосике, это все очередное какое-то замыливание, поскольку они даже не протестировали, зачем нам эти формулы циферки. И ведь вы их можете еще изменить. Ну, спасибо, что держите в курсе, что сейчас вы собираетесь такие циферки использовать. Держите в курсе и дальше. Но сильно на них обращать внимание пока нет смысла, пока они их не протестируют. Также они еще решили понерфить повторное оглушение. Это я бы вообще во внимание не брал, поскольку когда тебя уже оглушили на 15 секунд, тебе уже плохо. И то, что ты будешь повторно оглушаться меньше, это все фигня. Поскольку игроки уже наелись этого оглушения настолько, что в любом виде оглушение будет приносить неудобства, недовольство, и никто его не полюбит. Игроки уже наелись этого оглушения, дальше некуда, и в любом виде они его не будут воспринимать вообще никак. Арту уже ненавидит просто по этому оглушению все, кто не играет на арте, а особенно не любят тяжеводы и СТ-воды. Да и ЛТ-воды тоже не радуются, когда на быстром полном ходу их вырубает арта, потому что на арте стало легче стрелять. После патча 9.18 я иногда стал заходить на сайт, на котором можно было посмотреть статистику отдельных танков, классов техники, и в принципе можно было смотреть статистику танчиков. И что я увидел, что у крупнокалиберной арты в игре начал расти средний урон и начал расти средний показатель ВН8. Но у мелкокалиберной арты показатели стояли на месте. Из этого следует, что арта начала наносить урона еще больше. И та старая арта, которая иногда ваншотила, перед тем как ваншотнуть, ей надо еще было попасть с кривой пушки, которая никогда никуда не попадала. От этого горела жопа у арты.
Разработчики в принципе постарались для артоводов и сделали им комфорт стрельбы намного лучше, и жопа от стрельбы теперь горит в миллион раз реже. Но как же быть с игроками, которые играют против арты? У них все ухудшилось в миллионы раз. Мало того, что прилетает урон довольно-таки неплохой по 500 от крупнокалиберной арты, так еще и оглушение надолго, еще и повторное оглушение, еще и пол экипажа там с выстрела вылетает с танка, и все критуется, все поломано. И при этом ты еще страдаешь после выстрела арты секунд 10-20. И ты не можешь ничего делать толком, твой танк просто инвалид. Если раньше ты просто получил пиздюлину от арты и свободен, то сейчас ты получаешь пиздюлину от арты, еще страдаешь и мучаешься очень долго. Раньше горение было секундным, сейчас горение занимает продолжительное время, и это начало раздражать очень многих. Оглушение никто не любит, оно в рандоме не нужно, это не командная игра. Рандом — это игра людей, абсолютно разных, на разных классах техники, на разных картах, которые должны во время боя быстро подстроиться под ситуации, различные в бою, и тем самым доказать, что они хороший игрок, либо показать все, на что они способны. В этом весь интерес — быстро приспособиться к ситуациям. А то, что там командная арта оглушает и союзников, и врагов, в этом вообще ничего командного нет. Это просто негатив для людей, которые играют против арты. Да и самим артоводам я не вижу, чтобы оно приносило удовольствие. Им прикольно, что они стали лучше стрелять, им стало приятнее от стрельбы, и они наносят урон. Все. На мой взгляд, нужно было просто увеличить комфорт стрельбы арте и никакого оглушения не добавлять вовсе. Поскольку это просто странно, когда здоровенная бабаха на Т5 Heavy или фугасница на 40.05 не стреляет оглушениями, а какая-то вонюченькая арта, которая пукает там по 300-400 с маленьким калибром, какого-то хрена оглушает. А когда бабаха тебе выносит там 1.5 косаря урона, ничего не оглушается. В принципе, логично. Оглушение вообще в игре в этой не нужно. Это мое мнение. Также еще из-за того, что переделали арту, и она стала лучше наносить урон и стабильнее, и у нее, в принципе, показатели урона начали расти. Из-за этого увеличились турбосливы отчасти, поскольку быстрее начало таять хп у команд. А раз быстрее тает хп у команд, значит быстрее близится конец боя. Также популярность фугасов и на обычных танках возросла. Очень много игроков на разных танках начали стрелять фугасами, даже не на фугасных пушках. Таять хп тоже стало быстрее. Плюс еще фугасных самих танков стало в рандоме больше. Опять же, хп у команд таять стало намного быстрее. Хп отлетает постепенно и быстро. Также количество ПТ-шек увеличилось в рандоме. Они зачастую ватные, имеют меньшее количество хп, поэтому быстрее дохнут. И сами быстрее наносят урон, поскольку у них альфа большая и пробитие. Это тоже повлияло на турбосливы. Поскольку ЛТ-шек в рандоме много, один летящий ЛТ-вод умирает сам, засвечивает пол команды, и они тоже умирают, и хп отлетает тысячами во все стороны. Плюс еще ЛТ-шки, которые имеют мало хп, играют на них не всегда скилловики, и часто они просто умирают в никуда очень быстро. То есть хп в рандоме сейчас тает просто очень сильно. Уменьшилось количество нормальных адекватных ТТ и СТ. А раз уменьшилось количество ТТ и СТ нормальных, простых, без всяких там фугасниц, то крепкий костяк команды, на которой все держится, его в принципе в рандоме сейчас нет. И команды рассыпаются как карточные домики, поскольку они ни на чем не держатся. Они состоят из ватных ЛТ-шек, ватных ПТ-шек, фугасных каких-то танков и арты, которая стабильно наносит урон. Содержание боев по танкам просто дебильное. И все это из-за балансировщика, который растянул ЛТ-шки до десяток. Из-за того, что балансировщик кидает всех вне списков, многие пересели на ПТ. Арте увеличили приятность в стрельбе, многие сели на арту и стабильно наносят урон. Плюс еще всех бесит оглушением, поэтому на ТТ сейчас играть многие не любят, потому что просто бесит. Да и ватные танки от арты могут на фулку грибануть. В принципе, работа над игрой проделана колоссально отвратительная.
И все это началось с патча 9.18. Вот, в принципе, и все. С вами был Варчик, и орать красиво. Пока.